Иосиф не мог более удерживаться при всех стоящих около него и закричал: «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов, и сказал Иосиф братьям своим: «Я Иосиф, жив ли еще? Отец мой!» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. И сказал Иосиф братьям своим: «Подойдите ко мне!» Они подошли. Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Либо теперь 2 года голода на земле, останется еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня пред вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему: так говорит сын твой Иосиф: Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне немедли, ты будешь жить в земле Гесем и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий крупный скот твой, и все твое. И прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое. И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами. Скажи же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорей отца моего сюда. И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал. Вениамин плакал на шее его и целовал всех братьев своих и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его: дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и рабам его. И сказал фараон Иосифу: скажи братьям твоим, вот что делайте: навьючьте скот ваш хлебом и ступайте в землю ханаанскую, и возьмите отца вашего и семейство ваше, и придите ко мне, я дам вам лучшее место в земле египетской, и вы будете есть тук земли. Тебе же поливаю сказать им: сделайте сие, возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего и придите, и не жалейте вещей ваших, ибо лучше из всей земли египетской дам вам
не жалейте ваших вещей. Сделали сыны Израилевы и дали им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас. Каждому из них он дал переминоги, Вениамину дал 300 серебряников и 5 перемен надежд. Также отцу своему послал 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и 10 ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами отцу своему на путь. И отпустил братьев своих, и они пошли. И сказал им: не ссорьтесь на дороге. И пошли они из Египта и пришли в землю Ханаанскую к Якову. И известили его, сказав: Иосиф, сын твой, жив. И теперь владычествует над всею землею египетскою, но сердце его смутилось, ибо он не поверил им. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Якова отца их. И сказал Израиль: довольно сего для меня, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру.